Всем привет, с вами студия «Мое мнение». И сегодня мы будем готовить куриное бедро на кости, которое мы предварительно извлечем. Для маринада нам потребуется лук. Что я еще хотел сказать по поводу маринада? Куриное бедро маринуется у нас сутки в холодильнике, не меньше. И тогда у вас будет мясо идеальное. В ходе своего опыта я мариновал бедро и двое суток. И я сделал для себя вывод, что маринуя либо сутки, либо двое, разницы абсолютно нет. Но если вы маринуете мясо меньше суток, совсем будет другая ситуация. Вы раз попробуете, и вы все поймете. Поэтому куриное мясо за сутки вытягивать с маринада абсолютно 100%, и больше его мариновать не нужно. Это то, что касается куриного мяса. Когда я режу лук для шашлыка, я его нарезаю не полукольцами, а нарезаю вот так вот вдоль. Мое мнение, что он тогда отдает больше сока. Лук потом мы не используем, не печем, не жарим. Просто лук отработал в сторону и забыли за него. Срезаем заднюю часть и начинаем нарезать.
Заготавливаем лучок на шашлык для украшения. Нарезаем тонкими полукольцами. Сказать по поводу шампуров. Не поленитесь, пойдите на базар, на рынок, в магазин, найдите хорошие шампура, чтобы были широкие, чтобы были с нержавейки, плотные. Потому что шампур — это инструмент вашего приготовления. Под шкуру загоняем на шар. Готовьте со вкусом. Всем приятного аппетита. Ставьте пальцы вверх, либо вниз. Всего доброго, до новых встреч.